Здравствуйте! С вами опять я, Татьяна Василюк. Сегодня я хочу предложить вам сделать красивые цветы на заколке автомат. Использовать мы будем ленту шириной 2,5 см. Начнем. Сделаем первый ряд для нашего цветка. Берем отрез ленты 3 см и аккуратно обжигаем сначала нижний край, затем верхний. Обжигаем, чтобы лепесток стал круглым. Сейчас все лепестки будем нанизывать на нить, внахлёст. Края заготовки соединяем. И у нас должна получиться такая заготовка. И затем нить стягиваем. Первый ряд цветка готов. Из отрезов 2 см делаем второй ряд цветка. Аналогично. Осталось сделать серединку для цветка. Возьмем тычинки, добавим обниматель из ткани и сделаем такую серединку. Вставим серединку в наши заготовки по очереди. С обратной стороны приклеим. Добавим листочки из узкой ленты. Цветок готов. Сделаем таких 3 цветочка. Сейчас подготовим платформу для букета на заколке автомат. Предварительно приготовленные листочки клеим сразу на заколку. Я хочу показать проверенный и надежный способ крепления изделия на металлическую заколку. С обратной стороны приклеим отрез ленты по всей длине композиции. Элементы украшения добавьте по своему вкусу. Дайте волю своей фантазии. Осталось приклеить цветочки. Заколка готова. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Надеюсь, мои советы будут вам полезны. Всем творческих успехов. До свидания. До новых встреч.